Вот караван, караван-сарай наш. Я Саша. Помощи рукой матери. Привет, тетя Люся, передай. Тетя Люся, я боюся, если не передам привет, да, то сделаешь из меня котлету. Это может. Это складно. Да, вот. Добрались недалеко пока, еще только до пустого. Но сколько ехали, Сай? 20 минут мчались вот на этом, на этой шайтан-арбе. Вот. Ну и я тоже не буду отходить от дяди Саши. Вот, далеко. Пользуясь случаем, передаю привет маме в город-герой Архангельск, жене у город-герой Архангельск, тещеньке в тот же самый город-герой. Вот. Ну, в принципе, что, здоровье мое хорошее в первых строках своего письма сообщаю вам. Чего и вам желаю. Всем привет. Ну, у пустого осталось недалеко. Караван идет. А, тетя Люся, привет. Тетя Люся! Она же Люся Фомичева, она же майорша, она же Люся, начальник штаба. Привет! Давай. Не гони сильно так. Еленька туда. Не глуши. Я сейчас лезу. Помогать нет! Ты что, в гору выписались? Костя там что-то снимает. Пришлось потолкать, он дядя Саша ползет. Дядя Саша! Ку-ку! Вот. Все. Вот. Фу. Еле дышу. Паша тушу мать раньше жил. Это что-то с чем-то. Thank you.
Дорога на белое. Костя немножко починяет. Надо. Гонит. Белое. Идем в сторону Митина. Йоу, Часовинская, айда в клуб. Да. А вот и кино. Абориген. Пробиваем дорогу, переехали речку, приходится идти пешком с собакой. Подъезжаем к верховью, здесь были баньки. Большая лужа. Федосовская.
Вот он наш домик. GoPro стоп видео. Дело к ночи. Дядя Саша хлебушек нарезает. Дядя Саша. Помощи рукой матери. Тетя Люся. Тетя Люся, да. Привет. Я ножик опусти, она боится ножей. Ножик я резал чисто для порезки. Чисто хлебушка порезать. Да. В темноте сидит у нас Андрей. Как по батюшке-то, дядя Андрей? Владимирович, Андрей Владимирович, слушай, как здорово, да, Константин Владимирович, Андрей Владимирович, Александр Владимирович, но мы не братья. Нет, даже нет. Не, ну мы, наверное, братья, но не родственники. Да.